Высокоскоростной доступ в интернет в этом году получит 17 социально значимых объектов в Тобольске и 40 в Тобольском районе. Все это в рамках областной программы создания инфраструктуры связи. В Тобольске она затронет 16 школ и один из колледжей. Также доступ к всемирной паутине появится и у Гостехнадзора. А в Тобольском районе планируется подключить 12 школ, пожарную часть, 10 сельских администраций и 25 ФАПов. В целом создание инфраструктуры связи будет обеспечено в 130 населенных пунктах Тюменской области. Об этом сообщает региональный департамент информатизации.